Тесная дружба Музея спасенных художественных ценностей и Брестской таможни началась в далеком 1953 году, когда в Краеведческий музей были переданы в дар первые 30 икон, изъятые сотрудниками ведомства у граждан, переезжающих на постоянное место жительства в Германию. И с тех пор совместная работа, казалось бы, двух несовместимых организаций становилась все плодотворнее и теснее. Нашему филиалу Музея спасенных художественных ценностей исполнилось 35 лет. Музей – это уникальный в масштабах всей Республики Беларусь, потому что он единственный, который основан на коллекции предметов, которые поступили из Брестской таможни в результате задержания нашими таможенниками при попытке незаконного вывоза антиквариата. Музей действительно делался совместно с нашими таможенниками, и, в общем-то, благодаря их самоотверженному труду удалось создать этот прекрасный музей, где действительно экспонируются замечательные произведения искусства, настоящие раритеты, которыми мы по праву гордимся. Поэтому неудивительно, что музей был выбран местом проведения ритуала присяги новых сотрудников Брестской таможни. Тем более, что церемония совпала с главным праздником нашей страны – Днем Конституции. Ребята, наше молодое пополнение. И именно по их делам и по их поступкам будут судить в целом о таможенной системе Республики Беларусь. Ведь не случайно на знамени Брестской таможни начертаны слова «За нами родим». Именно эти слова олицетворяют готовность служить честно своему государству и личную ответственность каждого сотрудника за выполнение поставленных служебных задач. Все они являются в настоящий момент специалистами в каждой выбранной своей профессии. И в самое ближайшее время мы действительно сделаем из них специалистов в области таможенного регулирования. В торжественной обстановке 20 новых сотрудников Брестской таможни принесли присягу должностного лица таможенных органов Республики Беларусь. В присутствии офицеров, товарищей и семьи каждый молодой специалист трепетом произнес слова клятвы, пообещав с честью носить погоны. Я, Тюшкевич Анжелика Владимировна, поступаю на службу в таможенные органы Республики Беларусь, присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, законодательство Республики Беларусь, высоко нести честь и достоинство должностного лица таможенного органа, защищать экономический суверенитет и экономическую безопасность Республики Беларусь. Каждый молодой таможенник выразил готовность не запятнать честь и достоинство сотрудника таможенных органов. А трепет и волнение от ощущения торжественности момента запомнится молодым специалистам надолго. Я уже пришла сюда в осознанном возрасте. До этого у меня уже есть опыт работы в других сферах деятельности. Мне всегда нравились люди в форме, их неиздержанность, уверенность в себе. Защита экономических интересов граждан, государства, страны – это всегда было в приоритете и в почете. Для меня это большая честь тут работать, так как я раньше служил в пограничниках, мне это очень близко по своей сути. Для меня это очень большая честь. Все слова, которые были сказаны мною, будут соблюдены. Я буду защищать экономический суверенитет своей страны. С самого детства я мечтала об этом. Вот. И мама мне много чего говорила про таможню. И когда взрослеешь, уже понимаешь, что это идет обеспечение экономической безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Очень горжусь собой тем, что такой знаменательный день принимаю присягу. В заключение мероприятия всем присягнувшим была вручена Конституция Республики Беларусь. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.